Добрый вечер, господа. Мы сейчас спорили только что. Сэра и серушки. Ставит ли Евгению, как твое отчество? Анатольевич. Анатольевичу. И Владиславу Владленовичу. Владиславу. Владимиру Владленовичу. У нас тут произошел такой небольшой, блядь, этот спорчик. Я вот Владленовичу говорю, значит, говорю, походи, говорю, это, на уроки барабанения, блядь. А он мне говорит такой, типа, а ты, говорит, на уроки вокала, говорит, походи. А он мне говорит такой потом в итоге, а мне типа нахуй это не надо, а вот ты, говорит, походи. А я говорю, мне тоже это нахуй не надо, вот ты походи. В итоге, короче, мы достигли консенсуса. Да, дайте, пожалуйста. Вот сейчас вот опять вот разливается все. Да, кстати, это все была шутка. На самом деле мы сейчас отыграли в московском клубе «Рок-хаус». Да, конечно. В московском клубе «Рок-хаус» только что у нас был концерт. Мы играли с ансамблем «Христа Спасителя» и «Мастера Земля». Сейшн был довольно-таки достойный. Публика, которая туда пришла, нашла музыку по-любому, на любой вкус, короче. Было угарно очень. Публика воспринимала это все на отлично. Наши парни там как дали, а те как дали. И в итоге все как дали, блядь. Просто охуенно. Мама, вот скажи, вот человек это не сидеть. Да, очень даже неплохо. Я могу сказать то, что мне очень понравилось. В отличие от других концертов, например, ну реально было кайфово. А давайте его спросим у свидетелей всей ассамблеи. Что там, крестится бутылка или что? Я не понял. Я то и говорю. А кто за про коньяк что-то говорил? Люди все довольны, спрашивают про коньяк. Коньяк! Что тебе папа подарит на день рождения? Коньяк! Вот так вот, братва. Происходят суровые будни, группа «Адовый мужик». Да, к нам, кстати, приезжал один человек из Крыма. Из города, из славного города Симферополя. Он просто дичайше угорел, короче, с нами на сцене, на гриме весь, блин. Вообще. Вот посмотри, завтра братан, с нами будет в Орле. Сейчас ты нальешь. Всем здрасте, пока. Нет, у нас процесс продолжается.